Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну, в прошлой серии мы с вами начали такие Endurance чемпионаты, прошли благополучно первый из них и заработали благодаря этому классную тачку. Вот. И сегодня давайте мы с вами начнем опять с парочки гонок раллийных. Как я уже говорил, надо нам потихоньку это дело тоже проходить и двигаться к завершению. И сегодня мы сейчас выберем машину, какую можно купить. Купить, я так смотрю, что можно, наверное, Nissan Sunny для ралли. Он в двух гонках используется. Он есть только в подержанных. Это 91 года машина. Я думал, что он в виде седана здесь, но нет. Он есть только один. Вот такой вот. Это хэтчбэк Nissan Sunny. Довольно старенькая уже машинка, но тем не менее вот она используется в качестве раллийного аппарата. Она, как ни странно, выдовая. Вот, ну и сейчас посмотрим, на что она вообще способна, да, до каких пор она вообще прокачивается. Ну, смотрите-ка, третья стадия есть, уже больше 350 лошадей, отлично. У нее будет, ой, да у нее больше 400 будет, наверное. Ну, неплохо. И, наверное, раллийные трассы я также поеду, и не знаю, получится у меня с первого раза пройти или нет. В общем, сделаю, естественно, как и раньше, нарезку. Ну, то есть не нарезку, а удачную попытку выложу. Ну, а все, что будет, крики какие-то, где волосы рву у себя на голове, и, может быть, не только на голове, это я все выпилю, конечно, и вам достанется самая скучная и неинтересная часть. Так, ну что же, вот, собственно, на лошадиные силы мы ее прокачали полностью. Да, получилось чуть больше 400 лошадей. Грязевая резина. Немножко ходовую часть осталось допилить. И, собственно говоря, ринуться в бой. Еще ее облегчим. У нее, скорее всего, тоже есть гоночная раскраска. Гоночная модификация, но толку она практически не дает. По крайней мере, в раллийном режиме с его физикой от гоночной модификации, в общем, толку никакого, поэтому тратить там около 80 тысяч на покупку, конечно, это расточительство с точки зрения экономики. Да, вот 82 тысячи стоит, ну, цветастенькая она, конечно, симпатичная, но нет, брать мы ее не будем. Так, ну вот, собственно, машина готова к заезду. Так, ну ладно, посмотрим, как у меня получится. Так, я не особо и понял, чем отличаются эти, типы привидения. Ну, по крайней мере, когда я ставил или совсем No Ghost, или тип 1, то вот этот вот призрак, он был не цветной. То есть он вообще в виде такой тени присутствовал. Или, скорее, даже больше похож на что-то такое каплевидное. Вот, а тип 3, видимо, это вот... то есть он
выглядящий, по крайней мере, полностью как машина, но он все равно физически не присутствует на трассе. Взаимодействовать с ним нельзя. По этой трассе я уже ездил, только она сейчас в обратку. Ну, в общем, не знаю, это первая попытка моя на этой трассе. Если удастся, конечно, победить с первого раза, это будет, ну, это будет шаг довольно сильный. Ну, пока ничего. Пока держимся, ребята. Это не может не радовать. Все, грязь теперь это моя родная стихия. Все, последний поворот. Главное тут не закосячить. И да, он далеко отстал, прям что-то совсем. Ну, лошок. Вот. А. Это за долгое время моя победа с первой попытки в ралли. Так, ну, унылый бонус 5000 рублей, который, ну, в общем, ничего кроме боли не вызывает, такой бонус, боли в районе кошелька. Так, где тут у нас еще Санька, вот она. Так, как бы это ни была эта длиннющая трасса. А, Smoky Mountain North. Нет, я боялся, главное, чтобы это не была длинная трасса, двухминутная. Нет, это... Здесь я на импрезе ездил тоже, в общем. Это моя первая попытка. И... Ну, посмотрим. На этой трассе я как бы ездил, но тоже прямо. А это вот она в обратку пошла. Ну, буду как-то мысленно переворачивать повороты и стараться наперед прорисовывать, что ли. Потому что есть тут пару заковыристых поворотов. Где-то в середине трассы еще будет такой гадский поворот. Вот он. Вот с этим вот трамплином чертовым. Он что в одну сторону, вот, и сразу соперник к нам тут приблизился. На трамплине выбрасывает сразу в стенку, блин. Ну, в принципе, так, вот этот еще сейчас будет такой... Ай-яй-яй. Довольно тоже медленный поворот. Ну и, в принципе, все. Главное, чтобы не швырануло сейчас на вот этих трамплинах, и там финиш уже виднеется. Нет, это был не финиш, вот он финиш. Ой, отлично, да вы гляньте, я просто чемпион мира по ралли. Две гонки, две победы, просто, причем с первого раза, прошу заметить. Ох, ладно, все, дабы больше статистику не портить, двух гонок хватит. Я прямо уже готовился к адскому аду, что опять придется тут тратить нервные клетки, не восстанавливающиеся абсолютно, но нет. И давайте мы теперь с вами займемся серьезным делом. Это вот последний такой, ну, он же второй, он же и последний, собственно, чемпионат, ну, полноценный такой, опять же, там 5 трасс, сквозь чемпионат будут очки раздавать. Вот, и надо сейчас, давайте выберем машину. Я думаю, может, на NSX поехать. Но надо на что-то такое выбрать, на чем мы еще, естественно, не катались. Либо вот есть Skyline, вот нам тоже тут надавали гоночных версий. О, а у нас тут вот что есть, гляньте. Супрочка, которую мы как раз заработали за Endurance гонку. Давайте мы на ней прокатимся, она должна быть классной. Должна быть просто четкой машиной. Супры здесь. Да и не только здесь, это вообще божественные машины. Так. Резина, как обычно, с подковырой тут. Ну и думаю, надо
Не-не-не, рано. Немножечко надо ее прижать, прижать. Дабы она ввинчивалась в поворот лучше. Вот, если что, потом всегда можно уменьшить. Так, какая там первая трасса? Ой, там первая трасса, по-моему, Лагуна Сека. Да. Да, на ней прижим-то нужен. Это нескоростная трасса. И тут, да, старт схода. Так, ой, смотрите, судя по всему, тут NSX-ов. Ох, Вайпер, смотрите, какой. Какой Вайпер, Вайпер. Отличная машина тоже. Прям я вот его увидел и уже хочу. И NSX-ов еще хочу. Вообще, просто я люблю NSX, и вот тут еще и Вайпер есть. Обалденная машина. Надеюсь, вы помните, как мы с вами в Вайперюгу-то в первой части зарабатывали. Пришлось даже дополнительную серию мне для этого записывать. Потому что нам организаторы чемпионата не хотели его выдавать с первого раза. Ага. И вот пришлось еще раз проезжать, но все-таки мы его заработали, Вайпер. Ну вот по сути это примерно то же самое здесь Вайперюга, который тут вот ай-яй, представлен в чемпионате. Ну, раскраска другая, конечно. Раскраска здесь, кстати говоря, абсолютно реалистичная. Он, этот Вайпер, участвовал в серии... дайте мне памяти в мои извилины. Ух ты, ничего себе! Вот, крутанулся и как раз вспомнил название. Серия называется ALMS. American Le Mans Series. И там как раз таки на стыке 90-х 2000-х Вайперюга-то этот и ездил. Но правда в классе не в наивысшем LMP, а GT1, по-моему. Так, тут вот NSX, получается целых 3. Это вот у нас синий еще Sky получается. Sky под таким очень замысловатым названием интересным, Calsonic. Да. Calsonic. Как бы это перевести-то? Интересное название, да? В общем, Sonic тут явно в названии присутствует, ежик Sonic. И вот как-то нехорошо о нем отзываются, судя по всему, об этом Сонике. Ну да ладно. Машина тоже, кстати говоря, несмотря на название, классная. Так, ну вот, лидерство мы снова вернули себе. Кстати, об управлении Супрой. Очень мне нравится, как она управляется. Несмотря на то, что меня закрутило, но там, скорее всего, это было просто... Ну, чуть-чуть заговорился и передавил газ. Рано на газ нажал. Тут все-таки надо на выходе из медленных поворотов. Машина очень мощная уже. И надо кнопочкой газа поигрывать. Вот, а там я, видимо, заигрался. Или не доиграл ей и вертануло. Вот, собственно. Но машина классная. Как любая мощная заднеприводная машина, естественно, у нее есть избыток, но небольшой, совсем небольшой. Она, в принципе, близка к нейтральной поворачиваемости, я бы сказал. Ну, не очень нравится, как она управляется. Четкая машина. Еще надо будет посмотреть, что там за NSX против нас. Вот там один был Raybrick, точно, NSX. И один белый, это, ну, Mobil один. И вот там еще один. Мьюген, наверное. Мьюген Кастрол. Вот, надо бы их, конечно... Вообще, в идеале их все собрать. Уж любимую-то машину надо постараться и все вариации собрать их. С одной стороны, хорошо, что в Gran Turismo есть множество... Ну как, одинаковых машин технически, да, но они... представлены в таких разных модификациях. То есть внешний вид у них... Да даже, собственно, у них внешний вид-то одинаковый. То есть, я имею в виду, гоночный обвес полностью идентичный. Но вот с точки зрения раскрасочки-то они разные.
И это, в принципе, даже нормально. Это можно простить разрабам, то, что они одну и ту же машину запихнули в разных просто цветовых гаммах. Ну, во-первых, в том же реальном чемпионате, например, ну, в японской там серии там GT300, например, или там GT500, естественно, тоже куча команд, которые используют, например, тот же Honda NSX. Ну, естественно, у каждой команды разные спонсоры, и, естественно, раскраска у них тоже разная, поэтому с этой точки зрения все нормально. Единственное, что в первой и второй частях тут, ну, чисто технически Сонька не позволяла отображать более 6 машин на старте. Так, смотрим. Отвлекусь. Рейбрик, Колсоник, Кастрол. Ух ты. Таката NSX. Подождите, Таката. И главный Вайпер последний пришел. Странно. Странно на самом деле, что Вайпер пришел последний, хотя он лидировал одно время даже. Так, ладно, надо будет обратить внимание. На следующей гонке я, если честно, думал, что Таката белый. О, что я говорю, Мобил 1 белый. А тут получается Таката, что ли, белый. Ну, потому что Мьюген, Кастрол, он такой черно, ну, в цвета Кастрол, там красный, зеленый есть цвета. Так, это я уменьшаю для гонки следующей, видите, на Супер Спидвей я уменьшил режим. Это овал. И сейчас надо будет посмотреть. Вот он впереди нас, белый NSX. Ну вот это да, это Кастрол Мьюген NSX. Получается, да. Рейбрик, как обычно, фиолетовый такой. Тоже в темных тонах. А вот белый этот... это Таката. Интересно, хотя спешл модель. Ну, в общем, не помню. Видимо, я не помню. Подзабыл. Мне казалось, что Таката он тоже такой черно. Такой фиолетовый, что ли. И с синим еще. Но, видимо, я что-то перепутал. Что-то у меня цвета в голове, видать, перемешались, и что-то я мазню эту выдал за, в общем, какой-то другой NSX. А, да, так вот, неплохо то, что я говорил, что машины тут в разных расцветках, но технически абсолютно одинаковые. Это нормально. Так как, ну, Polyphony Digital, по крайней мере, в дальнейшем они вообще стали сотрудничать с прямо чемпионатами целыми автогоночными, поэтому то, что они добавляют машины, пусть даже одинаковые, но в цветах, допустим, раскрасок того или иного чемпионата, именно команд каких-то, ну, это нормально. Может быть, есть фанаты конкретно какой-то команды, например, там кто-то, ну, по крайней мере, игра же она везде выходит, например, японцы те же, они же сумасшедшие, они очень любят автоспорт и следят за всем маломальски тем, что рычит, урчит и имеет там 4, а то и даже 2 колеса, ну, в общем, хоть как-то на колесах передвигается по даже чем-то отдаленно напоминающим на гоночную трассу. Они уже этим сразу болеют просто. Вот, смотрите, Таката пришел четвертый. Что, Вайпер опять пятый. Мьюген и Сиксик второй. Ага, ну надо за ними следить. Ну вот, Таката, да, белый такой с зеленым. Диски у него прикольные такие, светло-зеленые. Ну да, значит, я просто забыл. И действительно, у него расцветка вот такая вот белая. Ну, значит, еще и Мобил один такой же. Так, ну теперь снова добавляем наш прижим, потому что следующие трассы у нас, в принципе, все
довольно-таки извилистые. Хоть там и будут присутствовать скоростные, но Рим — это городская трасса, как вы знаете, требующая довольно большой прижимной силы. Эх, проспал старт. Вообще вот тоже с этими стартами как-то странно, не так? Здесь почему-то применили вот этот, ну понятно, старт схода, это да, это реалистично, это канонично в таких чемпионатах, но то, что тебя выбрасывают прямо вот в момент, ну, грубо говоря, зажигания зеленых огней светофора, это как-то немножко странно. То есть после черного экрана тут же надо прямо уже стартовать. Ну, это все равно, что вот как бы пилота, да, посадили такие за руль и проехали как-то, я не знаю, в общем, прогревочный круг, да, и он был бы с завязанными глазами. И вот в момент старта и этого сигнала они такие, опа, глаза ему развязывают, у него слух там срабатывает, и он такой, а что, на старте, не понимающий, вокруг уже машины стартуют, а он вот вроде бы только что был в боксах, там, я не знаю, пил коктейль какой-нибудь освежающий, и тут ему уже надо прямо давить газ в пол и соперничать с такими же чувачками, как и он. Ну, в общем. В общем, надо было им немножечко этот момент старта-то оттянуть. Хотя бы за пару секунд давать управление машиной. Ну, или хотя бы, чтобы картинка появлялась чуть-чуть пораньше. А не тогда, когда уже надо фигачить изо всех сил. Ну ладно, это тоже, в принципе, мелочи. Это все так, помарочки какие-то мелкие. Причем в дальнейшем они это все пофиксили, исправили. Тут, понятное дело, еще... ну, вот такие мелкие эксперименты. Допиливание, доточка геймплея. Нет, Супра, блин, тоже классная. Я вот прям смотрю на нее. Четкая вещь. Такой болидик прям. И раскраска какая матная. С фар. Такие красные полосы дальше туда. К задней части машины. Ну, блин, четко. Денсо. Ну, кстати, ой-ой-ой, блин, мордой воткнулся. Супра такая же фактически, ну, похоже, по крайней мере. На Супре у нас кто гонял из героев фильма? Нас гонял Брайан О'Коннор в первой части The Fast and the Furious. Там, если помните, из, ну, по сути, из говна ему собрали вот такую Супру. Единственное, что она была кабриолетом с открытым верхом. А так, да, вот такая вот Супра RZ. Да, ну восстановили они ее там, конечно, четко. Помню еще момент прикольный, как на светофоре они там где-то остановились. На обкатку поехали этой Супры и с домом. В смысле, с домом, с Домиником Торетто. В общем, Доминик и Брайан такие раз на светофоре стоят, и тут пижон какой-то на Феррари такой, на черной. Давай там газовать, что-то бустить. Ну и они так зарубались с ним, с этого светофора. А, Доминик еще такой, smoke him. Ну типа, давай, порви его, задыми его. Ну и Брайан внял его просьбе и задымил. Даже самому Вину Дизелю, ну, в смысле, герою его Доминику, там не по себе стало. Он-то сидел на кресле рядышком, не за баранкой. И Брайан его впечатлил своей ездой тогда на Супре. У него даже, наверное, шевелились бы волосы, будь они у него, конечно, на его лысине сверкающей.
Да, мне даже эта трасса довольно-таки нравится. Когда едешь на хорошей машине, в принципе, можно на ней неплохо гонять. Когда классная тачка, сбалансированная, то эта трасса тоже как-то, ну, начинает яркими красками играть. Да, ну вот эта приступочка слева мне тут нравится, конечно. Это лучший элемент этой трассы просто. О, на последнем круге. Лючий круг. Ух ты, Таката второй. Молодец. Блин, Вайпер опять пятый. Что-то он меня разочаровывает. В чемпионате вообще последний идет. Так, у нас Кастрол Мьюген идет второй. Он, правда, отстает уже довольно далеко. В принципе, я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Но я так на всякий случай отслеживаю наших соперников, кто что. Ну, дабы, если понадобится, опять там кого-нибудь опустить немножечко. О, Трил Маунтин. Четко. Прям чемпионат классный. Трасса как на подбор. Потом следующая, по-моему, Эприкот Хилл будет. Вообще, зашибись. Еще бы вместо Лагуны Секи была бы... Нет, не вместо Лагуны Секи, вместо суперспидвея этого был бы Митфилд. И просто вообще это был бы чемпионат мечты. Просто сборник лучших трасс Гран-туризма 2. Ну, тут прям с заносом так. Рейбрик там чуть-чуть покусался. Так, кто мне картинку фризит, ё-моё? Это чит-коды со стороны соперников. Опа, Вайпер. Ну вот смотрите, пока лидирует, но его там Таката атакует. Таката-таката. Такати-ката. Да, названия, конечно, японские. Прикольные. Так, ну вот мы, собственно, восстановили статус-кво. Лидируем. Так, а на втором месте у нас там идет Мьюген, да, по очкам. Да, он уже на 11 очков отстает, у него 13, у нас 24. Так что. А тут всего 2 очка можно отыграть, ну, если вторым прийти. А он выиграет, это 2 очка. Нормально, на трюк уже серьезный. Можно особо не волноваться. Блин, четко, конечно, вот разработчикам с одной стороны, они вот могут, да, воплощать, ну, какие-то даже несбыточные мечты и желания вот гоночных трасс. То есть в реальности, скорее всего, такая трасса невозможна. Плюс еще вот именно в таком ландшафте проложенная. Но вот в виртуальном мире можно, будучи, ну, любящим свое дело разработчиком, знающим толк в своем деле, именно в разработке гоночных автосимов, делать вот такие вот интересные с точки зрения конфигурации трассы, но и внешнего облика. Всю трассу, там туннель, да, где-то вот здесь. Ну, то есть тут как бы сочетается даже какие-то дорожные элементы на этой трассе с абсолютно как бы, ну, такими автодромовыми, так скажем. Ну, то есть абсолютно чисто гоночными трассами и элементы таких как бы городских трасс. Ну, тот же туннель, да, как в Монако, например. Вот, и даже разметка вот тут есть. Отчасти, может, намекает нам, что, может, действительно это какой-то тут отчасти дорожный, горный, точнее, серпантин используется. Вот еще один туннель.
прям... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Думал, получится, в общем. Не стал ловить особо, думал сама выправиться и уткнулся. Да и вот здесь, я помню, в четвертую часть, когда играл, вот эта вот прямая с нависающими вот так деревьями, конечно, она и здесь очень классно смотрится, но в четвертой части там еще добавили такие, сквозь листву лучи так прорываются, и прям обалденно это все смотрится. В реальности-то тоже это как бы... Ну, не знаю, сейчас это возможно только на каких-то старых олдскульных автодромах, типа там Монсы той же. А на новых-то автодромах, конечно, такой красоты и не увидишь. Они стерильные, блин, вылизанные, и ничего там подобного нету. То есть там широченные эти зоны безопасности, да плюс еще и заасфальтированные даже они с газончиком зеленым. Ну, в общем... В общем, опять я, я пою дифирамбы в адрес разработчиков, как они, даже имея в своем распоряжении не столь мощное железо, коим обладала PlayStation 1, они сделали, во-первых, отличные трассы с точки зрения, ну, пилотажной, но и они очень хороши внешне, в части своего окружения, антуража вокруг трассы. Конечно, молодцы. 5 баллов. В дальнейшем все это, естественно, еще разрастется. Тут они, опять же, мощностями, говорю, были ограничены. Поэтому кругом вот эти вот какие-то леса, скалы, да, ну то есть, чтобы ограничить дальность обзора, дабы консоль вытягивала. Так. Опа, Таката вышел на второе место. И Вайперюга сравнялся с пятым местом. Что-то я пролистал, каким он финишировал, не увидел Вайпер. Так, это у нас была предпоследняя трасса. Ну и Next Session у нас на Apricot Hill. Кстати, здесь он называется Speedway. Apricot Hill Speedway, а... Дальше. Здесь вот я стартанул, да, вовремя. Ага. Дальше он называется Raceway. Ну, во-первых, спидвеями называют овалы. Овалы это спидвеи. Поэтому Apricot Hill, в общем-то, спидвеем быть не может. Ух ты, ошибся колсоник, видели? Название обязывает. Поэтому то, что они его дальше переименовали в Raceway, именно Apricot Hill. Блин, ну как же поначалу не затупить, естественно. Чтобы было... Ну, чтобы интрига, да, была. Угу. Вот, сейчас будем прорываться красиво наверх. И, ну, в общем, такие трассы кольцевые, вот классические, они, ну, Raceway, ну, либо Circuit, можно их называть, чисто по-английски. Вот, ну, никак не Speedway, не спидвеями. Так, опа, колсоник бодается, ух ты, он еще и в такату втемяшился. Еще парень озверел. Кстати, вот этот колсоник таскаю у нас, да, это R34. Я все думал, какой 33 или 34. Ух ты, Таката тоже вылетел. Ну вот интересно с ними ездить. Они вот эти их вылеты, да, какие-то ошибочки небольшие, ну, ботов, тоже создают такое впечатление, что как бы, ну, соперники атакуют на полную тоже и вот ошибаются, даже вылетают. Вот как, собственно, и я тут тоже. Так, 5-2 NSX тут лупят. Ребята, пропустите. Toyota, это ж гигант автомобильный, ему везде дорога. Ну, да,
нехорошо я поступил, ну ладно, его это ничуть не смутило. Смотрите-ка, тут Вайпер все-таки за дело взялся. На той гонке он финишировал, ну так, судя по прикидкам, где-то вторым-третьим, наверное, даже. И здесь вообще лидирует пока. Молодец, Вайперюга. Уважуха тебе. Пока все равно он идет последним, мне прям жалко его. Гадюку. Отличный автодром вообще, просто замечательный тоже. Обладают однозначно разработчики. Молодцы. Может, консультируются с, ну не знаю уж, с Германом Летильке. Но надеюсь, что нет, потому что тогда все бы автодромы были здесь голимым асфальтом, все заасфальтировано. Никаких тебе интересных связок поворотов, были бы прямые и медленные торможения. Вот и все. Да, это я к тому, что мне новые автодромы, тилькодромы так называемые, тоже, кстати, не нравятся. Ну, вот реальный, который он сейчас строит для Формулы-1. Из его, я не знаю, уже, наверное, 20 трасс по-настоящему, где он выложился, это вот, наверное, первая его трасса была в Малайзии, которая Сипанг. Там действительно классный автодром получился, такой пилотажный, прям четкий, связки поворотов он прям постарался, там сделал. Ну, видать, на этом он исчерпал весь свой лимит, запас, там уж не знаю чего, маны, какой-то энтузиазма, там, я не знаю, интеллекта, еще чего-то. И потом из-под его пера выходили, ну, просто какие-то кошмарные автодромы. И потом вот еще один выстрел у него был, это Турция, блин. Но Турции больше нету, и это вообще боль. Хотя автодром был, конечно, четкий. Прям такой, в стиле старом, также я бы сказал. Но популярностью Гран-при Турции не пользовалось, и поэтому его из календаря Берни Эклстон быстренько вырезал. В Сочи, кстати говоря, трасса наша, которую тоже, естественно, строил Тильке. Ну, там это еще как-то можно объяснить. Естественно, он там был ограничен рамками, то есть там в Олимпийском парке трасса построена, и не мог он естественно трассу там сквозь какие-то олимпийские объекты провести, поэтому довольно она такая скучная получилась, особенно последняя ее часть. Единственное интересное место — это вот суперскоростной этот поворот типа параболики, такой длинный затяжной левый, там вот самое, наверное, интересное место трассы. И после него еще, по-моему, там правый идет скоростной, вот, вот прям место четкое. Вот. За это 5 баллов. Остальное трасса скучная, конечно, получилась. Но, тем не менее, я все равно буду говорить, что она, блин, классная, потому что это в России. Я же патриот. Так что вот, отличная у нас трасса. В Сочи. Ладно. Вот, вот, наконец-то, 5 трасс, 5 побед, золотой кубок, 200 даже, да, 200 тысяч призовых, отлично. Ну и что же далее? Та-дам! О-хо-хо-хо! Отдали нам как раз-таки этот Вайпер. Ну, вообще, четко. Я рад, я прям восхвалял его, и вот его и дали. Отлично. Ну, действительно, классная машина. И вот еще что хотел сказать. Тут у нас остался, в общем-то, один чемпионат. Не совсем я был прав. Вот, который полноценный чемпионат. Вот тоже здесь 5 трасс. Призовых денег много. Это, как и в первой части, это чемпионат последний, за который, ну, как бы он считается канонически последним. То есть после него прохождение идут титры, и его мы будем проходить последним. Даже после всех гонок на выносливость
Вот у нас на сладкое останется вот этот вот чемпионат, который мы пройдем, и побегут циферки, буквочки точнее, под красивую музыку. Ладно, на сегодня это все. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, вы не скучали, вам было весело. Ну и с вами был, как всегда, Скудер. Подписывайтесь на меня, те, кто еще не подписался. Жмахайте лайку. Ну и комментируйте. Мне очень интересно с вами общаться. Не перестаю об этом говорить. Ну все. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Всем удачи. По скриптум. А у меня сегодня днюха. Мне сегодня исполнилось целых... не скажу. В этом возрасте уже принято скрывать, сколько тебе лет. Так-то. Ну все. Теперь это точно все. Всем пока.